Увижу, вы с детьми идете, с внуками. А какое же будущее будет у детей и внуков в таких дворах? Ой, да плохое будущее, потому что, ну, посмотрите, везде и мусор, не благоустроено ничего. Ну, все, ну, тут еще зависит и, конечно, от жильцов, чтобы ни мусора, ничего не было. А так вообще надо... Так асфальта нет, это тоже от жильцов? Нет, ну, это уже город наш. А вода течет везде, это тоже от жильцов? Нет. Конечно. А безработица, это тоже от жильцов? Конечно, нет. А от кого? От кого? Ну... Шахты-то поразваленные у нас, поэтому и работы нет. А кто это натворил такого? Да кто его знает, кто натворил? А можете предположить? Кто-то повыше. Я за Путина. Путин старается у нас.